Здравствуйте, дорогие друзья, единомышленники. Продолжаем тему юного техника. Юдлюмелых рук, номер 12, за 86 год. Так, что-то пространственный бильярд, прямой ветер, механическая память, серебряный станок, сверхувеличение, юбки, пчелка, зачатые многогранники. Так, это что такое пространственный бильярд? Кошмар какой-то. Ну, в общем, я понимаю, шарик, когда там катается в этом лабиринте, вот это ручки. А вот устройство. Само основание. Вверх-вниз, влево-вправо. Имеет наклон в четыре стороны. Даже по диагонали. Так, если это мы крутим так. Крутим так, да. Ну, в общем, это... Сама основа может принимать любое положение. Где тут? Спичный коробок, что ли? Вот, это основание. Значит, путем ручек она может отклоняться в любую сторону. Так, 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 и там шарик катается. Так, это что такое у нас? Поймай ветер. Он же на каком-то ящике едут. Ну да, саночки. Вот устройство. Схематическое. Так, механическая память. Так. Вон он, тут все по памяти. Машина едет. В общем. Даже вам не могу передать. Это надо все вчитываться. Вот. Как это управляется. Что-то разматывается и управляется вот этим рулевым. Механик, никакой электроники. То есть все механики тут. То есть электроники — это электродвигатель. Так. Интересная штука. Так, сверлильный станок. А где сам станок? О. Заинтересованным это надо просто найти в электронном виде. Ну, что-то подобное вы у меня видели. Так, а как у него подача осуществляется? Так. Вот. В общее устройство. И для его более знакомый движок. Не стирали ли машины Волга? Шкивы. Так. Так, все-таки подача-то. Где тут зубы или чего? Ну, приехали. Надо читать описание. Интриговали меня. Так, сверхувеличение. Опять ходки.
юбки. Можно сделать а-ля 80-е шить. Челка. Так, опять из бумаги. Всякие головоломки. С Новым годом! Так, все-таки вернемся к станку. Ну, в общем, как-то так. Вот такое чудо. В общем, посмотрели номер 12. Продолжение следует. До новых встреч.